Уборочная техника на мехдворе в СПК «Радостовский» в полной боевой готовности. Простаивать машинам не приходится. Несмотря на то, что жатва зерновых в этом хозяйстве только начинается, уборка кормовых культур в самом разгаре. Но пик страды еще впереди. А поскольку летом для аграриев каждый час хорошей погоды на вес золота, техника должна быть готова выйти в поле в любую минуту, если понадобится работать от зари до зари. На полях у нас 12 машин. Всяких. Это легковые, грузовые. 4 комбайна. Зерноборы, 3 комплекса кормоборочных и 22 трактора разных модификаций. Кто пашет сейчас, кто, значит, косит, на каждом комбайнере помощник комбайнера. 2 машины, 2 МАЗа с прицепом дежурят. То есть один МАЗ с прицепом служит 2 комбайна, второй следующие 2 комбайна. Пока в некоторых хозяйствах Дагичинского района уборка из-за капризов погоды ждала своего часа, на Кобриничне жатва идет полным ходом. В Городец Агро уже сегодня намолочено почти 1000 тонн зерна. Урожайность составляет 31 центнер с гектара. Львиная доля такого успеха принадлежит организованной и сплоченной работе людей и техники. Кроме того, для уборки урожая сегодня создано специальное звено по техническому обслуживанию уборочных машин в поле, которые в случае возникновения неполадок оперативно придут на помощь. На сегодняшний день у нас работает, все задействованы, все 15 комбайнов, и работаем на разных культурах, и работаем на рапсе, работаем на ржи, на ячмене, на все, вот на таких культурах, ну, вот на днях подходит уже и озимая пшеница, так что и будем убирать и озимую пшеницу. Говорят, что опытный комбайнер может за день намолотить больше 180 тонн зерна. Правда, для этого нужно работать иногда и целые сутки. Но никакие трудности в период страды не могут помешать тем людям, которые в ответе за будущий урожай Беларуси.